семена томата «Мамонт» высевают в рассадные горшки в первой половине марта, прямо в грунт посева, производя в первой половине апреля. Рассаду томата «Мамонт» пересаживают в открытую почву в середине мая. Между всходами придерживаются расстояние до 40 см. Место выбирают хорошо освещенное с плодородным грунтом. Урожай готов к сбору спустя от 110 до 115 дней после появления первых всходов. Высота кустика до 500 см. Плоды плоскоокруглой формы, кожица гладкая и плотная, цвет розово-красный. Масса может достигать до 500 граммов. Урожай сорта семян томата «Мамонт» можно использовать как в свежем виде, так и для консервации. Томат обыкновенный «Мамонт» — это травянистый высотой от 150 до 170 см. Томат обыкновенный «Мамонт» имеет средний ранний срок созревания. Урожайность томата обыкновенного «Мамонт» составляет 4,5–5,5 кг. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт,